Нас 20 миллионов. С юбилейным событием сегодня казахстанцев поздравил Касым-Жомарт Токаев. Сразу в 5 регионах на свет появились 20-миллионные жители страны. Все они родились в 8 утра 14 ноября. Официально эту информацию озвучили в Бюро национальной статистики и поделились данными о демографическом развитии Казахстана за годы независимости. Мира Альжанова расскажет подробнее. Первый год независимости число казахстанцев составляло почти 16,5 миллионов человек. За более чем 30 лет население страны увеличилось на 22%. Заметнее всего этот показатель вырос в Шымкенте, Туркестанской и Мангистауской областях. За всю новейшую историю страны наибольший пик рождаемости зафиксировали 2 года назад, когда на свет появились почти 450 тысяч детей. Сегодня президент поздравил казахстанцев с юбилейной цифрой. Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием. Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства. 20-миллионными жителями стали 5 детей, которые родились в 8 утра 14 ноября. Они появились на свет в областях Лотау, Житосу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки. Им Отбасы Банк подарил сертификаты на 2 миллиона тенге. Для их использования родителям новорожденных необходимо обратиться в филиал финансовой организации в своем городе. Отбасы Банк хочет внести вклад в будущее детей, которые стали 20-миллионными жителями нашей страны. Мы подарим каждому ребенку подарочный сертификат с номинальной стоимостью 2 миллиона тенге. Это не просто сертификат, это путевка в светлое будущее. Эти средства станут первым шагом для приобретения жилья. Малышам, которые стали 20-миллионными жителями Казахстана, выдадут свидетельство о рождении особого образца. Помимо этого, их родители получат памятные подарки. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, и их вместе с мамами готовят к выписке. Сегодня же президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям средств из нацфонда. На спецсчета несовершеннолетних до достижения 18 лет будут отчислять половину от ежегодного инвестдохода национального фонда. В будущем эти накопления можно будет использовать для покупки жилья или оплаты образования. Мира Альжанова, Нурлан Утегенов, Дастан Тимурбекулы, телеканал Алматы, Астана.